В свои 98 он выставил весь парад, приветствуя студентов таможенной академии. Сапер, как известно, ошибается один раз. Дмитрий Белов не ошибся ни разу, прокладывая нашим бойцам дороги по Украине, Молдавии, Польше, Чехословакии и Германии. А еще он участвовал в освобождении Ростова и здесь был впервые ранен. Задача была сапером-минером дойти до железной дороги. Что было сделано? Нужно чистые поля были. Вот это, артиллерия размещала, мы не можем, тут минные поля. А мины почему-то и немецкие, и наши. То ли они с 41-го года, то ли с этого. И противотанковые рвы. Ветеран Дмитрий Белов принимает сегодня персональный парад победы у собственного дома. Стихи и песни слышат многие, но звучат они именно для него. Куда б ни шел, не ехал ты, но здесь остановись. Могиле этой дорогой, всем сердцем поклонись. Кто б ни был ты, рыбак, шахтер, ученый или пастух, навек запомни, здесь лежит твой самый лучший друг. Евгения Тюкина попала на фронт в 17. Сразу не взяли, пришлось уговаривать начальство. Я сказала, говорю, я хочу на фронт. А он говорит, сколько тебе лет? Я говорю, 17. Ну ты же сейчас зеленая. Ну, пожалуйста, возьмите меня на фронт, я порозовею. Он улыбнулся, все, пойдешь в санэпидотряд. Так и стала оберегать солдат от инфекционных болезней, которые могут быть страшнее пуль. Прошла от Сталинграда до Австрии, где и встретила победу. А сегодня принимает парад на балконе своей квартиры вместе с родственниками и близкими. Рота почетного караула, артисты ансамбля песни и пляски Южного военного округа. Студенты-таможенники, такие парады проходят по всему городу. Иван Калиниченко вспоминает, как узнал о победе на боевом посту во Львове. Стрельба была, понимаете, потому что а мы спали, потом проснулись, думали, это бандеры начали. Но в конце концов поднялись, это победа. А потом пошли уже утром, стали эшелоны идти. Мы им говорим, конец войне. Они начали тоже стрелять. Тоже с радостью остановились поезда. А попал на фронт он в 17 и до последнего участвовал в ликвидации банд украинских националистов. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на их Катюша, на высокий берег над Рудой. Торжественным маршем проходит рота почетного караула под окнами Андрея Панкратова. Он воевал на Балтийском флоте, защищал Ленинград, где был дважды ранен и контужен. Дважды приговаривался к расстрелу, но спасли быки. 100 семей спас, бежавших от западной границы. И какой-то мне тип донес на меня. И они это, пришли в это. Скрутили руки, поставили. И главное, телега стояла. Он подошел и одного быка убил прямо в лоб. Наповал, упал. И второго. А потом мне пистолет наставил, щелкнул, а выстрела не последовало. Как потом сказали старшие эти товарищи, говорят, это у него всего 2 патрона было. Пока Николай Клеменов ждал начала парада, почтальон вручил ему поздравления с Днем Победы из Кремля. Ну вот теперь можно и начинать. Смотрят парад и слушают песни буквально всем двором. А полковник Клеменов вспоминает одно из самых ярких впечатлений той войны под Цемлянском. Ему тогда еще и 15 не было. Вывел наших бойцов из окружения с правого берега, к левому берегу одну партию и вторую партию. Вот. И поэтому мне вот уже присвоили звание ветерана войны. С приближающимся Днем Победы поздравили и бывшего разведчика Василия Баланутца. Он начинал свою войну в 18. 11 января
44 года, нет, 45 года, помните, был прорыв обороны. Вот. Земля горела. 600 с половиной 1 километр было поставлено. Персональными мини-парадами в Ростове поздравят с Днем Победы 14 ветеранов войны. Елена Рябжанова, Юрий Лешко, Первый Ростовский.